Здравствуйте, это прогноз погоды на телеканале ПС. Сегодня надеюсь я всех удивить, возможно, обрадовать даже. Не буду прилюдно я кофе варить. Нет, дело не в эпатаже. Просто сегодня погоды прогноз прозвучит гораздо теплее. И уж поверьте, что в этот раз не только слова согреют. Надеюсь, что я вас заинтриговал. Что ж, а теперь о погоде на 11 апреля в Архангельской области. Начну с Котласа. Там сегодня ясно на протяжении дня и температура воздуха до плюс 3 градусов. Слабый ветер. В Плесецке пасмурный, ветер умеренный, температура воздуха плюс 2 и без осадков. Вельск также не отстает от тенденции утепления городов. И поэтому днем плюс 4 на термометрах. Ветер умеренный, на небе не облачко. И о погоде на пятницу, 11 апреля, в Архангельске. Вы не представляете, как приятно сегодня говорить о погоде. Утром в Архангельске ясно, термометры покажут минус 2, а вот днем, когда небо затянет тучами, воздух прогреется до плюс 4 градусов. И даже пасмурным вечером пятницы температура воздуха плюс 2. На протяжении всего дня без осадков. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Из песни слов не выкинешь, но меня вы еще обязательно увидите, к примеру, завтра на телеканале ПС.